Так. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Как рад вас, что вы были. Я вчера просто уезжала на концерт один, думала, вот раньше нужно встретиться. Я не хотела бы остаться. Я так, не знаю, что мы будем делать. Да, да, мы все равно приезжаем. Ну, ничего, мы просто разберемся. Пришлось на пятку туда-сюда разобраться. Да, друг. Спасибо. Ну что, вы тогда расскажите? Конечно, как вы здесь все. Добрый день, как вы поживаете? Рад вас Доброе утро, мальчик. Уже не утро, правда? Да, можно я вам? Ну, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Майя Михайловна, а ничего, если мы еще одну петличку на вас повесим? Нашу. Это какую? Чтобы и у, ну, и у вас звучало. Давайте. Смотрите-ка, это не будет у меня? Своя обвешена. Да, это хорошо. Противотанковая. Это для микрофона. Это не упадет никуда. Ну, совсем не видно. Ну, правда. Правда. Я делаю с ним материал для 7 дней. Говорит, сколько я в своей жизни давал интервью, ну, чтобы вот такое, чтобы все прочитали, абсолютно все знакомые, такого, говорит, ну вот. Вы очень удачно сделали. Нет, вы удачно сделали. Все фотографии интересные, совершенно не шаблонные. Настенька, что будем вообще? Так как? Давайте надо с вариацией начнем, да, как бы вариация, а потом около часа подойдет мой партнер, жене. Ага. Мальчики тоже, вот сейчас мы договоримся, чтобы они сейчас все пришли, придут, да? Чтобы мы посмотрели, как все выглядит. Отлично. Как тогда лучше нам начать? Вот я хотела спросить, в каком плане ты хочешь объяснить. Просто станцуешь. Да, что мы делали. Так. А вы вот потом мы остановимся и все как возьмем по кусочкам. Ну хорошо, хорошо. Ой, Наденька, я милая, сейчас милая, не милая моя, я тебя узнала. Ах ты, а моя я дорогая. Приехала. Ну давай, садись. Садись, садись, садись. Да. Девушка, ну, видишь, вот такая вот репетиция будет интересная. Она ждала. А я не видела, да. Она ее... Да. Ну так. Очень просьба большая не разговаривать, и начинается работа. Thank you.
считать надо, да? Ася, что, милая? Ну, просто хочу тебе... Все очень хорошо делаешь. Все очень хорошо делаешь. У меня только вот просто такое предложение по роли. Тут стиль, ну, вот мягкие руки не нужны. Вот просил Альберта все такое... Да. Вот таких рук нет. Но немножко не просто танец, а такая агрессивность должна быть. Я не знаю, может быть, с музыкой что-то мне сделать, показать. Давайте. Сначала, может быть. Это уже ничего не дает. А вот в позе, вот в самой позе, вот такая идет агрессивность. И больше, больше, больше. Разделяй, да? Да.
А вот, вот стоп, здесь можно стоп? Настенька, тут какой смысл? Вот эта штука, там в общем хозе вроде как. И это, как она называется, винтовка. Бах! Ты в него стреляешь. Потому что если нога там, это уже другое движение. Смысл. Бах! Туда. Бах! А дальше так, как быстро. Так, а потом та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та. И это пара. А, та-та-та-та. И потом отсюда. Знаешь, немножко, да. И вот немножко такая все время агрессия на него. На него, да. Поняла, да? Вот немножко. И разделять. Одно движение сделала, второе, через паузу. А тут меняется. Та-та-та. А, и акценты давай. Обязательно. Это та-та-та-та. А, та-та-та-та-та. Та. Немножко. Ну, да. Ну, поэтому танцы. И вот это та-ба. Конец, конец, конец. Па! Немножко, да. Туда, ладошки. Немножко коленку в зубы давай. Па, вот. Да. Да. Еще можно пампа. Да, тоже. Да. Но лишь бы это было точно и резко. Ну, в общем, этот танец такой. Знаешь, агрессивно на него. Это поняла, да? Так, ну, дальше. Попробуем взять еще раз. Вот, давай. Давай, давай. Давай. Немножко так, а, туда. Да, то немножко. Па. Ага, туда, па, та-та-та. Сколько вот, если просчитывать, потому что все время проблема вступить. Всегда проблема вступить. А скажите, руки вообще не советуете не открывать, да? Вот, и вы Может быть, не руками, а всем своим существом. И вот это вот агрессия. Та-ра-ра. Тут агрессия и протест. Это вся, это, в общем, политическая штука. Там этот коридор, это власть. Она все время так. Понимаете? Да. Так, так, смотри, вот просто вот так вот. Агрессивно. Она пассивно смотрит, да. Рампа, па, па, да, 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 да. Вот так сделала, па надо. Ты ей показывала, да? Нет. Да, ну да, он не знает. Ну да.
Та-дрия, папа. Та-та-та-та-та. Вот та-та-та-та. Ты раньше делаешь времени. Да. Тут специально музыка на это. А, да, вот сейчас хорошая была поза, да? Да, да. Ну, на первое, ну, можно и так. Можно и так. Па, да, да, да. Неожиданно, вот. Да, так, так лучше. Там было уже несколько движений. Да, 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 уже поняла. Потом, знаешь что? Здесь линия должна быть так и так, знаете, как у теленка. Вот такая линия. А вот так зад отклячивать не надо. Да, такая линия, такая острая, как все, как и локоть. Да? А, вот это. Та-т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 а. А на последний, да? Та-та-та-та. Нет, та-та-та-та. Та-ра-ра-ра. Другая музыка. Ага, и у тебя меняется темп и танец. Ты специально это здесь. Та-та-та-та. Ага, это отыграй. Та-та-та-та. Нет, видишь, так и так. Та-та-та-та. Делай паузу. Па. Та. Та-ра-ра-ра. Это новое. Да, да. Ага. Да, так. Ну, уже что-то, что-то поняла. Самое главное понять. По каждому движению, за каждый день мы и добьем вряться. Ну что, по этому танцу хватит и другое что-то. Дальше, да, тогда идем дальше кусочек с хабанеро, пока нет уже не начали. Давай хабанеро, давай хабанеро. Угу. Тарета, помните, она из-за забора появляется? Просто там как-то посередине. В любой момент можно выйти, да? Ходит там. Последний момент. Вот просто вышла. Устала. Все. Вот сейчас. Вышла. Ага. Нет, минуточку, остановись. Тут дирижер раз дает. Раз, тара-дара-рам, папа. После раз идет тара-дара-рам. Да. Я раз, тара-дара-рам, папа, тара-дара-рам, папа. Что? Ты раньше музыки делаешь. Раз. Вот так.
ну понятно. Настенька, ты очень хорошо делаешь, каждая па, очень хорошо. У меня только просьба такая, тут немножко больше по смыслу надо. Я тебе сейчас покажу, да, в чем да, дело. Да. Вот это то, что тебе надо. Значит, этот солдат должен тебя вообще как-то пропустить или что-то. Во всяком случае, ты его изучаешь, как потом будешь изучать этого Торадора. То же самое, да. И начало тара-тарам, пам-пам. Так, ну тут такое ее движение. Та-та-та-та. А это немножко вызов, ну. Немножко так. Будешь со мной воевать? Да. И дальше, да, я папа. И дальше тоже резко. Дальше что? Дальше тарар. Та-та-та-та-та-та. Там-пам. Та-та-та. Там вот немножко такое. Та-ри-ра-ра-рам. Та-та-ри-ра-ра-рам. Опять. Та-ра-та-ра-рам. Та-ра-ра-ра-ям. Па-па-па-па-пам. Как будто так. Та-та-та-там. Цам! Па-бам-пам-пам. Ваше так. Немножко стращай его. Чтобы он вздрогнул, а он и вздрагивает. Так у Альберта есть, он так стоит, у него отсюда падает рука. Да. Я же неожиданно так иду, и потом бац! Да там пам. И да еще смотрит, какая реакция. Да. Что же дальше там? Да-да. Там. Да там. Пам-пам. Немножко, да. Чуть хулиган, да. Пам-пам, да-да-да. И это. Там немного, а просто та-там. Потому что вот так это как-то мимо. А тут та-там, да. Там-пам-пам. Тарам-пам-пам. Тарам, этот там пая, ям пам пам, тарам пам пам, да. А вот это тут, это чуть-чуть, так. Музыка таем такое, эта штука таем, таем. Не прие такое безразличное, а так немножко таем. Да, чего такое хулиганское, да. Пойдем? Немножко так, да. И опять смотришь, да. Да. Ага. Так. Просто много не надо. Так чуть-чуть уже хватит. Ага. Что дальше? Так, дальше после этого. И дальше побежала на диагональ. Да, это правильно, это хорошо. А, и опять не выгибай тут. Внимание все на него. Ага, да. Вот это сейчас хорошая была поза. Да, вот так. Да. И немножко... Вот такое сделай. Ага. Вот. Да, 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 да. Так. Там, да, и на ноге поворачивается, так. Ага, так хорошо будет, да-да-да. И вот правильно дальше в этой штучке, вот сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это не так важно. И тоже, вот, когда кидаешь, если так делаешь ногу, то па. Да, в музыке тоже это. Не размазывая, не размазывая.
Так, и это. Так, так. Тут больше туда. И отсюда так немножко, не спускаясь на глаз. Так, ну, какая реакция, смотришь, да? И потом еще там что. А потом тлям-тлям. Одну делаешь, другую нет. Отыгрывай. Пам-пам. Обязательно. Везде. Два. Где две? Два акцента? Обязательно. Да. Там. Пам. Обязательно надо. Ну, так или так, как хочешь, но лишь бы сакцентировать. Да. Потому что один делаешь, другой мажешь. Да. Абсолютно надо. Это не просто болтает, а это там, та-ям, та-ям, да. И побежала к нему. А конец какой? Вот это, вот это. А конец с партнером, значит, он... Вот пируэт, да? Там, та-ям. Знаешь, что еще я спросил? Не согнутая, допустим, не так его обнимать, а вот так. На бусинке, да? Да, то, как честь. А что же? А не обнимать его. Пам. Да. Там. Баба. И пауза. Обязательно. Не дальше иди. Пауза. Продай из это. Нежности, да. Да, ну, конечно. Так. Это все, да? Здесь в этом кусочке, да. Да, да, все. Проходим еще или не проходим? Давай, пожалуйста. Да, пойдем. Ну, да. Очень-очень раздельно каждая фраза. Та-ра-ра-рам, пам-пам, та-ра-я-ям, пам-пам, я-та-та-та-та-там. Пам, та-ра-ям. Ничего не то, что пам и пошла дальше. Нет, абсолютная фиксация всех моментов. Давай. Да-да-да. Так. Па. Да-да-да. Лаконичнее. Под лоби, а прямо. Да. Знаешь что, одну сторону, вот. Смотри, в музыке этого вот нету. Нет. Нет, а если есть тарира, тогда один раз. Хватит. А вот эта вот болтанка, она ничего. Понимаешь? Одно есть. Та-ри-ра-ра-ра. Угу. Там. Та-та-та. Ну, я делала так, но это не важно. Но очень важно музыку. Точно, чтобы было та-та-та-та-та-та. Потом та-рам. Та-та-та-та-та-та. Та-ти-ра-ра-ра. Это новое. Я как отклик. Та-ти-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам.
идешь. Та-та-та-та-та, без торопёшки. Та-та-та, встала. Бац! Та-дам-па-па. Та-дам. Нет, не сделала. Та-та-та-та-та-та. Сделай, пожалуйста, Настенька, сделай. Сделай, пожалуйста, на каждую нотку. Давайте слева попробуем. Та-та-та-та-та-та. Вот точно так. Давайте слева тогда, да? Ну, давай. Давай. Та-та-та-та-та-та. Нет, нет, уже там нету. Тайрам, уже другое. А, хорошо, да. Ага, потом та-та-та-та-та-та. Та-ра-ра-ра-рам. Пом-па-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам, па-ра-ра-рам. Так, хорошо. Так, так. Тайрам, тарарарарарам, тай, тайрам. А это есть тарара, дарара, не тарарам. Не три раза, а только два. Да. Да, сейчас хорошо. Вот на это вот стоял так, пам, упала локоть. Было так поставлено. Реакция такая. Та-ям. Да. Я же почему-то мне здесь этого тра нету. Плохо слышно, да? Музыку, там вам не сделала музыку. Не сделала, давайте сделаем. Да, не сделала музыку. Ты знаешь, Настенька, здесь это играет роль, как конечно, нигде. Да, да. В этом смысл, в этих акцентиках, да, да. Даже смысл спектакля. Ну да. Где ты еще смысл попал? А, вот когда открывал музычку. Да, вот это много. Это, да. Так, и так, и хватит. И хватит, и туда, и сюда, и так много суеты. Да. Надо суетиться. Так. И отсюда прямо на него. А он должен внизу стоять. Да-да. Вот да. А потом, ну ты как что-то делаешь, да? А вот потом, когда ушла, встала, бать! А он, да, парам-пам-пам. Смотрит. И пошла я, па-па, и старайся каждое движение просто ничего лишнего, и наоборот, чтобы не хватало, да, тоже да, нехорошо. Да. Точно музыку. Сделай, да? А вот интересно, я сейчас вспомнила. Вы идете наверх, да? Все, идете наверх. А вот было тут. Это внизу было. Вот это, бац. И тогда пошла наверх, и тогда он все время в поле зрения. А там слишком высоко, нет? Давай попробуем так.
И раз. Да, хорошо, так. Игра в кошки-мышки. С ним. Да. Пам-па. Тик-тик. Вот. Да. Пам-па, тарам-па-па, да. Я не вижу ту, ту, а, та рука. Это нет, вот это, наверное, должно быть, да? Эта рука ни в коем случае не обнимать, вообще не согнутые руки. Только кисть. Вот это, да. Кисть. Так, на него положила кисть. Я не помню. Правую руку я не помню. Ну, на налево отсюда. А это, да. Так. Да. 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 Но все время на все движения ради того, чтобы посмотреть на его реакцию. А как он на это реагирует, а на это, а на это, а на это. И так далее. И на все. И это бац, он вздрогнул. Чтобы он на все реагировал. Немножко так зазывать и пугать одновременно. И меньше движений. И туда, и сюда, да, да. Много. Когда-то Гельцер одному мальчику сказал, что ты так много всего сделаешь, я ничего не запомнила. Да. Ну что? Ровно тоже. Так и так. А, ага, вот и все. Это хватит. Туда ложиться не надо. Тик, только акцент. Что
Что это, я не понимаю. Надо сильно усаживаться? Или вот так? Очень, очень сильно не надо, чуть-чуть, вот так. Ага, хорошо. Чтобы не было нарочито. И будет видно, что... Так, да, как удобно надо делать. Угу, угу. Знаешь, насильно вниз, насильно наверх. Нет, как удобно надо делать. Угу. Так. Что берем? Может быть, уход в тюрьму? Как хочешь, что хочешь. Там, вы с нами еще можете чуть-чуть побыть, да? А, это в эту самую. Очень хорошо. По дороге в тюрьму. Давайте. А это больше так диагональ, да? Вот только сейчас, на новую. Это лучше. Здесь меньше. У меня меньше предложений, чем по тем кускам. Это благополучнее. Но есть какие-то моменты. Например, выгибание ног исключено вообще в кармен. А, да? Да. Так же, как рука. Вот это. И нога может быть подниматься. Только вот такая нога, да. Вот это никак. Это просто первые постановки. Теперь тут тоже фиксация желательно была бы, хотя хорошо делается. Я довольна так, как вы делаете это. Давайте, хотите сначала? Да, да. Так,
Ну, по дороге теперь мужчина начинается. Вот это. Вот, идите сюда. Что сейчас происходит? Он ведет в тюрьму. Она делает вид, что она с ним идет, а он уверен, что она идет. И вот идет, так, идет, а она делает стоп. Без всяких. Так, нет, не отпускает ни на секунду, а то он вылетит. Держи, 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 подойти. Так, так, нет, не вот так, а так, чтобы она не вырвалась. Так, 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 держи, 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 а она делает, ну, пусти. Вот так, без всяких. А тут она падает вот сюда и переворачивается, он успевает ловить. Ну, давай, лови. Вот. Это совершенно ровное тело. Так, поставил обратно, возмущенный. Да. Так. Ну, хорошо. Дальше, да? Опять тай-ям, тарам. И тут уже что? А еще раз? Разве два раза? Я не помнил, что два раза одно и то же. Ну ладно. И тоже так? Ага, это был, а это не было. А тут еще, знаете, что... Ну ладно, это потом. Тогда я просто без музыки запуталась. Давайте вот этот кусочек с музыкой. Пам! И неожиданно, что было для него. Он делает шаг. И вот сейчас. Он делает шаг, а она тормозит. И держи. И вот так оставим. Да. Так. И вот так упал на него. Так. И обратно. Вот сейчас, да. Ну, пошли дальше, хорошо. И опять, да? А вот так, ага, правильно. Та-та-та, можешь сделать, та-та-та. И вот так, и села. Теперь сюда, правильно, теперь это сюда, вам под руку, да? Так. Вот так. А простите, а дальше опять пошли? Дальше у меня там руку положила и встала. И дальше просто поставить. Ага, так, все правильно. Да, правильно. Да, это все правильно. Он все время настороже, потому что ждет все время подвоха. С какой стороны он будет. Поэтому такой немножко надо быть напряженным. Это хорошо. Ну, сделайте. Вот. Так. Да. Да. Та-рам. Раз тоже. Так, это хорошо. Рам, не раньше времени, не спешите. Та-ям, та-ра-та. Так. Па-па. Так, так, да. Так, сейчас выгнал ножку, да? Привычка с вишней нам дана, да.
пишите. Та-т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 а. Один другой, абсолютно точно музыку. Нет, и потом нет. Принц Зигфрид сюда не пойдет. Нет, нет, нет. Такие движения. Вот солдат как бы сделал, а не балетный мальчик. Да. Так, так, да, конечно, он стоит на посту. Ребята, очень важные эти акценты. Просто сразу танец об этом. Немножко боком, немножко задом. Лучше боком. Да, да. И стоит так совершенно обалдевший. Берешь руку, ну ладно, вроде как. Вот, иди. Вот это сейчас важный момент. Вот что так, и раньше времени. Папа! Та-та-та-та-та. Да, да, да. Пам. 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 Это тоже в музыку надо. Вы знаете, что вот здесь вот самый конец с Хосе есть маленькое. Вот когда он ведет самое последнее, вот взял, он вроде как ведет, но он ее к себе притягивает. Вот мы идем, но вы к своей груди мою руку. Понимаете, к себе он ее притягивает. И она так тогда проходит. И вот это, да, идет? Так. Это так. Сделайте еще раз. Вот, этот штрих, что он ее к себе подводит, и она это, на это реагирует, что... Даже вот так она подбрасывает его руку, подбрасывает и так, да? Нет, нет, еще неожиданнее. Она сделала так и потом так, Кармен. Нет, вот он уже притянул к себе, уже все понятно. Она прошла мимо, вроде как ушла. И он так стоит, что она ушла. Она вдруг сделала «да», без всяких... Не вижу никого, кто? О! В дверях тебя не узнала, Витюшка, мой такой милый. Подождите, какой момент возьмем?
я могу с ним сделать, чтобы он, да, как, да, как он войдет. Ну ладно, вот хочешь взять мою руку, бери. А она падает. Вот падает рука. Вот. Не раньше времени пошел к себе. И опять пошла так, поняла? И так. И дальше. И так, и на вас хулиганы. Конечно. Да. Вот хорошо. Ты ж брось даже руку, вот просто вот так, да, не в позе. Там, тара-та-та-та-там, и не ушла, вот, даже без остановок. А, чтобы совсем неожиданно. Опять вынула ногу. Опять вынула, да? Да. Привычка с вишнином дана. Да, вот просто не останавливаясь, не приготавливаясь, чтобы для него это была полная неожиданность. Вот идет, 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 а! И замерла. А он вздрогнул опять. И тогда подошла мягко. Все время вот так. Да. Знаешь, эту руку можешь не по балетному держать, а просто ее бросить. Да. Иди, просто иди. Иди, 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 иди. Оп, хорошо. Хорошо. Вот только там. Па-па. Ра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Я. Па. Там. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Там. И тут тоже, Настя, знаешь, тут тоже шла без всяких. Вот он идет, догоняет, он чувствует, ну стой. Без всяких, без этого, без всего. Просто стой. Знаешь? Да, 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 сиди, конечно. Ну да, другое дело. И беди сильнее. Потому что движения не размазывают. А тут па, уже ясно, в чем дело, да. Так, так, и просто встала. А вот, он, она не делает это. Это он. Моя, так она стоит, да. Так, ну, оп, вот, дернулся. Не выдержал, да. Вот так, да. Эп, вот так. Так, пошла, и так же неожиданно. Там. Оп. Вот, все, максимум. И ушла. И он уже совершенно, да, огорошенный. Да. Это хорошо. Вы поняли, вы поняли. Тут просто в чем смысл? Это к себе, а это к себе. И она все время, он в нервном состоянии, потому что она все время, он не знает, с какой стороны ждать подвоха. Вот все. Покажите, может быть, одолжилище наше, это последний наш. Пожалуйста, что хотите, пожалуйста. Дальше что идет? Дальше вообще идет вот его вариация, выход Тореадора. Так. Там мальчики на стучках, собачницы танцуют. И одолжил наши с ним вдвоем. Вот, между прочим, собачница. Да.
Я видела, там вот так вот японцы дерутся. Нет, вот такими руками, вот такими. Опять же, не как угодно, только не согнутыми. Это нормально, а это по-алонцовски. Во-во-во-во-во-во-во. Да, так, так, да, так. Да. Интересные пироги. А любовное адажио, да, возьмется? А вы на стуле? Да. Ага. Да. Вот, опять она вонзит вечер. Да. Так еще потянулась. Да. Лучше прямые подымать. И в позу встала. Вот эту в позу встала. Настя. Вот в эту, в другую сторону. Да. Вот так встала. А потом дальше пошла. Минимум балетных типичных. А вот для нее это. Да? Сейчас все хорошо сделали. Сейчас все, все нормально, да. Еще давайте тогда когда встаем уже со стула, да? Давайте так. Целилась им там. Да, да. Да, 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 да. И встала в позу. И встала в позу. Даже амфас, смотри. Вот, да. Да. Это хорошо. Не в музыку. Мальчик хорошо.
тем, что высокий. Не понимаю, да, он делает балетные ручки. Рам, опоздал. Ой, ой, забрались наверх. Сразу уже на эту музыку идет арабеск. И вот уже загнул вокруг себя, так, 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 и еще сюда, туда. Теперь поднял над... Ага. По-моему, опоздали. А может быть, нет. Ах, нет, они сразу делают. Хорошо. Отыграйте, пожалуйста, здесь тоже музыку. Вот, Россия, посадил. Та-там. Пум. Пум. Конечно. А вы ее не обращаете внимания на музыку? Да. Так неплохо, нет, нет, неплохо. Это получше. Музычку там успеть надо. Больше таких рук и меньше балетных. Да. Альберта ненавидит классический балет. Да? Да, поэтому да. Да. Да, да, да. Во-во-во. Ну и вообще солдаты все-таки. Да. Что бы вы советовали пройти сейчас? Вы знаете, что мне понравилось? Любовное даже. Ну, самое благополучное. Количество замечаний. Да. Ну, тему будем помнить. Конечно, за один раз трудно. Не, ну все равно мы будем накапливать, будем помнить, конечно. Важно танцевать хотя бы знать, ну, да, о чем. Важно отправительный момент. Да. Может быть, нам что-то с ребятами вместе взять, да, сейчас? А с ребятами что там? Я хотела показать переворотик, знаете, колесо вот это после драки. Ага. Это единственное. Колесо, и это тоже да, есть? Да, и да, это да, тоже. Что хотите, потому что там еще есть стореро и финал, да, и да. Это тоже важно. Да, да. Рассчитайте время. Тореадор Денис Матвиенко. Денис Матвиенко будет тореадор. Он знает. Он знает. Он сейчас. Да. С ним в порядке. Хороший мальчик, способный. Он тореро уловил, что надо. Немножко сразу растерялся тоже, когда я. Что ему сказала, он... Да. Единственное, что конец хотел бы, спроси, какой самый конец, когда вот они уже... Смерть? Да. Не очень, не очень. Ну, так, пожалуйста, что хотите, я здесь, и что хотите, спрашивайте. Или что, или мы пройдем, давайте финал, а потом с ребятами возьмем. Как хотите. А финал нету у Тореро? Ну, мы хотя бы с Женей побегаем. Ну, давайте. Оставаться. Туда ушла, да? Встала. А вот здесь плие, правильно. Нет, не надо, это ничего. Да. Та-ра-ра-ра. И это нога. Та-ра-ра. Та-ра-ра-ра-та. Вот. Та-ра-ра. Где-то высоко очень. Турчик есть, да? Да, да. И вот здесь просто пам, вот она, это грусть. Да, 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 да. И вот здесь, как на карту, он должен быть вот так, как карты, да? Как карты. Как ни посмотри, все, да? Я бы не за талию, по-моему, тут где-то держал. Чтобы была... Да, да, чтобы была... А, уже опоздали. Ну, ладно, потащил. Да? И тоже... И вот здесь она все равно. Поднял.
Да? Ах, это уже пойдет. Вот сейчас только. Пам, пам. И нет, да. На новую музыку. Вот здесь она снимает его руки. Пам. Это все, да, остается. Да, это правильно. Вот здесь она так и так она делает. Ага, туда. Да, правильно. Это все так осталось. И последняя это та-та-та, тара. Та-та-та-та-та, взяла. Нет, нет, только сейчас. Пам. Под музыку, да. Пам. Пам, как будто убил, да. Это в центре бы надо. Вот это бы в центре, немножко везде. Пам. Та. Да вот. Ах, вы не переворачиваетесь? Переворачивается тело, правильно? Да. Да. Вот. Ям. Па. Тара-да-да-я. И от него. Па. Большая рука. Вот так, хорошо так. Да. Говорите, так складывается по музыке. Мы просто где-то не видим. Акценты это очень важно. Когда она маленькая, закрой ей руки. Глаза, да. Вам вот так. У вас две руки наверху остались. Кто-то должен спускать. Либо она, либо что. И обе открыты. И обе стоите это самое. Обе стоите. Кто-то должен отбрасывать. Вот просто. Да, а уж как она не важна, да. 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 И. Да, и на это па! И музыка. И свет без точки. Ага. Было бы хорошо, если так еще свет сделать. Да, без точки, да. Тут нет, эти штуки спускают штаны, потому что они мне тут вот что. Теряю брюки такие тяжелые, они съезжают. Ну что, это худо-бедно прошли весь балет. Вот моя милая. Это выучить невозможно. Она обязательно поставит на сцене. Куда что? Или прямо с самого начала, чтобы они тройка девочек. Мне хорошо, когда есть, но смысле не надо теряться. Лишние движения тоже, суета. Человек, знаешь, много так всего сделал, что ничего не запомнил. А из банки вообще не жимали. Из банки вообще не жимали. Вот. И все, этого хватит, одно движение. Там нет, там просто без разговоров. Да.
Или объять или нож. Не говорят, что вы что-то показываете. Но я сижу тоже вся в этом. Об этом разговор. Вся в этом. Эти штуки действительно дают звук, да? Помогают. Помогают, да. Никого не узнаю. Надюшка Павло подошла, не узнала. Крашеное, другое лицо. Это вот тоже не узнала. Она у меня в табачнице была. Видите, Барыкин пришел. Я почему не знаю, почему я их не узнала сегодня. Она красивая, Настя. Такая красавица, прям модель. Да, замечательно. Особенно последнее слово, это точно. Да, да, знаете, таких раньше и не было. Таких высоких и не принимали даже. Знаете, а сейчас наоборот маленьких. Сейчас бы Надьку не взяли такую кроху. Ну, вот видите, так. Мода. Да. Вообще-то возможно, что такой спектакль танцуется с одной репетицией, с оркестром. Это, по-моему, кошмар. С одной репетицией? Что, оркестр? У них же будет только одна репетиция, на самом деле. Генеральная, в день спектакля. Очень жалко, но у меня надежда на Щедрина. В каком смысле? Что он придет на репетицию. Сюда. Сюда? Нет, он придет с этим. С Владимиром Ивановичем? С Владимиром Ивановичем. Это естественно, он туда придет. Конечно, да. Он туда придет. А вы хотите, чтобы сюда? Я хочу, чтобы они с Федосеевым пришли сюда на репетицию. Вы знаете, я предпочитаю всю жизнь, все, что другие не хотят. Я хочу, чтобы танцевали так, как написано в партитуре. Если начинают, как лошади в цирке, под ногу давать темпы, все пропало. Нет, на самом деле она танцует. Настя танцует под оркестр. Она привыкла. Пусть так и танцует, не надо ей голову морочить. Да, но при этом надо, чтобы Федосеев играл в этих темпах. Тогда другая задача уже у Федосеева, да? Поэтому знаете, что я думаю? Ну, Федосеев играет, как у Щедрина написано, нет? Он очень точно играет по темпам. Вообще, точно? Он, так это и хорошо. Он такой щепетильный в отношении темпа. Вы знаете, это важно. Когда они расстались на первой репетиции, Щедрин такой выходит, довольный репетицией. Я говорю, Владимир Константинович, а вы куда? Он говорит, а Федосеев выгнал. Говорит, давайте мы без вас порепетируем, а потом вас пригласим. Я говорю, а что ж вы раз? Темп очень хороший, вот как я люблю, все говорит, ложится. Ну, так, вот так, видите. Он совершенно в восторге от пианистки, от вчерашнего. Ой, да, он мне сказал. Он просто... Нет, потому что там две потрясающие девки. Такие потрясающие. Я не думала, что женщина может сыграть, как мужчина. Да нет, вы не... И вдруг он говорит, а здесь еще лучше. Она фантастическая пианистка, она. Он такой довольный пришел, потому что там две изумительные. Нестеренко и Гураряня. Обе замечательные. Но он совершенно был потрясен сонатой. Ага. Сейчас не будем мешать им. Люди, когда просят темпы, это просто мучение. Как играют, так танцуют. Более агрессивно, Настя. Она меня считает, блядь, она считает, что в куклу. Трудно, до ужаса.
Настя, так не важно, ведь будет дирижер. Не важно. Настя, музыка идет крещендо, а крещендо прекращается. Вот после, когда она прекращается, после этого начинается. Прекращается. Вот сейчас. Настенька, диагональ больше делать надо. Не на них, на по диагонали лучше. Сюда. И постой здесь. Я отдельно, не подряд, а отдельно плечико. Так, только раньше сделала, да? Неправильно, да. Не торопись никуда. Торопится. Вот только сейчас старая. Па. Ах, хорошо сейчас сделала. Сейчас смотрю на все эти балеты, Крыленко, даже наши Большого театра, все уже да, скучно смотреть. Как терзали за него. Ой. Сказала, что я предательница классического балета. Ну ладно, все уже, наверное. А что вы сказали так? А, Миша. А я старалась спрятаться. Утомился Сережа. Мы танцуем, а он устал, бедный. Маленько, ну у вас будет какой-то. Ну что, интересно вам? Да, вы отняли 4 кассеты. А? 4 кассеты. О, какие молодцы. Без перерыва. Это у вас, знаете, это будет. Живые еще? Да. Или устали? Нет, мы никогда не устаем. Ну, так интересно, молодцы. Они не знают, смысла не знают.
вообще в чем дело, не знаю. Ну откуда им знать? Откуда? Кто покажет? Кто покажет, да? Кто покажет? Ну хорошо, что так. Я думаю, хорошо пройдет спектакль. Она воспринимает нас. Она не знает, в чем дело, но воспринимает. Кошачьи движения очень такие женские, хорошие, там и характер, да? С пол ноги показывают. Ну, да. Нет, она поняла. Конечно, с одной репетицией трудно. Она уже выучила. Вообще лучше на новенького. А если уже так выучила, уже переучить, как язык, очень трудно. Неправильно. Да. Хорошо, но неправильно. Да. Ну так что, тогда мы можем все уже. Весь уже. Дело в том, что Торадор не пришел. И Корихидор не пришел. Так что и какие-то сцены выпали. А мы можем поговорить? Она просит. Нет, вы знаете, она просит еще одну репетицию. Сейчас. Не сегодня. А либо послезавтра, либо даже первого. Ну, вы знаете, репетицию мы сняли. Хватит. Хватит. Ну, да. Конечно. Причем тут Торадор, да, можно без него. Маленько. Ну, пускай у вас будет материал, балет, пригодится. Да. Про балет с вами поговорим. Я устала. Теперь да? Я уж говорить не буду. Да? Да. А я же станцевала весь спектакль. Вот, знаете, с непривычки я же давно не танцевала. А знаете что, надо позвонить, потому что я расписание точного не знаю. Вот это когда будет на сцене, то, что вы сейчас отвечаете? Вот это как раз можно спросить, а не знаю. Можно спросить. Когда это будет, вот они спрашивают, когда будет репетиция? На сцене будет на сцене, Кармен? Вот, по-моему, в день спектакля. В день спектакля. Это день Павлова спектакля. Знакома? Да, конечно. Надя Павлова. Я там посмотрела, там написано утром репетиция на сцене, а вечером спектакль. На сцене, если вы хотите, то вот видите утром. Утром какого числа? Ну, второго. Второго, прямо, день да? спектакля. Если они дадут еще одну какую-то репетицию, первую, да? Хорошо было бы, но я не знаю, кто этим даже занимается, там руководство должно это решать. Новый состав, это уж наверняка, может быть, там. Если первый будет, это можно. Я пойду, а почему не идет вот здесь пятый спектакль? Пять моих спектаклей не идут, не только этот. Ну хотя бы этот, начиная с одного, потом дальше. Я не имею к этому больше никакого отношения. К Москве. Хороший спектакль, просто жалко, везде идет, кроме того, ничего не поделаешь. Конем был, это не такой уж плохой. Нет, сняли. А. Сняли. А все остальное шедевры, что ли? Вот. Пойду возьму. Вот Надя Павлова сказала, что в день спектакля не прикрепится. Настенька, я довольна. Спасибо вам. Да, я довольна, спасибо. Что вы, я уверена, что хорошо сделаешь.
умненькая, все понимает, все, что я сказала, поняла. Спасибо, я понимаю, что один раз трудно. Потому что, ну, все равно, если будет еще второй, это будет уже вообще на всю жизнь. Но это просто наш пароль, это нам. Понимали, про что речь идет. Вот, что я это и хотела. Да. Спасибо, потому что хорошо, вам Лена показала, как бы, но просто от вас, из вашего опыта, совсем все по-другому. Да, ну давай. Спасибо. Надо хорошо, чтобы прошел спектакль. Конечно, пожалуйста. Конечно, чтобы уже доказать, что это стоило. Да, потому что не все доброжелатели. Надо, чтобы здорово прошло. Спасибо. Да, пожалуйста, милая. Спасибо большое. Созвонимся, что... А вам надо вещи взять из дома? Нет, у меня, знаешь что, у меня сумка тут. Ай. Уходите еще? Ухожу. Уходите? Да. Можно, да, мы пишем звук? Очень короткий вопрос. Вы сказали, этот балет не устарел. Ага. Да. Балет не устарел. Вот это вы хотите, да, звук, да? Ну, звук мы пишем там. Он по радиомикрофону к вам идет сюда. А, мы слышим вас. Мне пойти туда? Нет, нет, нет. Тут. Эта камера вас снимает, и звук мы записываем. А звук вот этого? Звук вот этого, да, как раз. Ну, вот я хочу сказать вам, что просто говорю, не с вами. Да, со мной. С вами. Что вот я сейчас посмотрела репетиции, я давно не видела, как. Ну, не так уж давно, но все-таки года полтора не видела. И должна сказать, что у меня такое впечатление, что из всех балетов того времени он один, Кармен, этот, один балет не устарел. Все остальное уже вышло из моды. Не выходит из моды только вообще Петипа, классика. Нет, это никогда не выйдет до тех пор, пока существует балет классический. А вот мне приятно, что балет, который не просто ругали, а запретили. Вот во время... Первый спектакль прошел, премьера, а вместо второго поставили Щелкунчик. И все, спектакля больше не было. Потом отправили в Экспо в Канаду, декорации уплыли, а спектакль запретили. Мне сказали, вы поедете в Дон Кихот. Я сказала, что не поеду. Это для советского времени это было невероятно. Совсем невероятно. Я это сделала, не поехал. И вот такие все время были скандалы. И потом, когда начали разрешать форсу, и это отменить, и отмените, и оденьте, закройте ляжки, она мне говорила. А в пачках-то ляжки открыты. Значит, люди не понимали даже, что говорят. Что не соцреализм. На Альберта она смотрела, как вообще на Франко. Но все это разрешили, и Альберта разрешили приобрести. Только потому, что Куба и Кастро его не могли обидеть. Только это сыграло его. Он бы не пришел никогда в жизни в Большой Театр. Не пускали никого, ни своих, ни чужих. Балет. Вы знаете, вот я всякий раз смотрю сейчас старые кадры, и даже как вы сейчас показываете, у вас такая, я не знаю, эмоциональная, вот острая. Ну, это роль такая. Вы сейчас Настя тоже показываете. Да я Настя, она сказала, я говорю, теперь поняла, в чем дело. Здесь же никто это не показал. Никто и не знает, кроме меня. Здесь только Альберт Алонсо, которому 85 лет, он уже не покажет. Больной. Балет такой, вот он может быть только передан от сердца к сердцу. От... Видимо, да. Можно иначе, а иначе почему-то не звучит. Потом, знаете, все-таки мы совместно делали. Потому что он в других местах иначе поставил. Я спросила Альберта, почему, он говорит, я забыл. Иногда на репетицию приходил, говорил, это я поставил. Он забывал, что он сделал вчера. Это так, тоже было. Мария Николаевна, посмотрите, а в чем специфика движения, жест именно этого языка? Что, что я не слышу? В чем специфика движения, жест именно этого? Во всем. Все специфика, все ничего, этому не учат, это не классик, это не проходит ни в классических, ни в характере танца. Совершенно другая эстетика, другая хореография. Сейчас все можно, а тогда ничего нельзя было, кроме Лебединого озера. Конечно, это был прямо нонсенс. Вы сделали несколько раз пожелание Насте на тему, что не должно быть чисто балетных жестов, в привычном смысле. Он не разрешал балетные жесты, он терпеть не мог классику. И, конечно,
конечно, вот такие ручки в кармане невозможно, так как Торадор вот так стал, как принц. Нельзя. Называется нельзя. А она? Они все поняли, да. Вот он держит так руку, брось руку. Вот он берет руку, брось ее, нормально. Не напряженно. Это все надо показать, конечно. Я показываю, потому что никто больше не знает. Мы ждали 2 числа. Мы вас увидим на сцене. Большого театра. Вечером? Вечером, да. Может быть, да. Потому что еще сейчас не твердо. Предполагается. Мы что будем ждать? Я буду делать прямую трансляцию вот этого вечера. Я надеюсь, что спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста. Настя, вам ключик просила передать. Ага. Это там, где вас. Ах, это там, где Настя. Ага, хорошо. Можно вас разделить? Да. Давайте. Я ломала. Эти тяжелые снега смешала. Ну ничего. Они съехали. Сказала не то, что из рук в руки, из сердца в сердце, потому что просто сегодня, встретившись с мамой Михайловной, я понимаю, что все, что я делала до этого, это было просто ничего. Потому что тот образ, который она в себе пронесла через свою жизнь, и тот образ, который она показала сегодня на репетиции, буквально танцуя перед нами, и, конечно, это может вызывать только восхищение, и я не верила, что это будет возможным. И вообще для меня это счастливый день, потому что станцевать Кармен Сюиту на сцене Большого театра, то есть удостоиться такой чести станцевать эту партию после Майи Михайловны Плисецкой, это, конечно, для меня большое событие в жизни моей, и поверьте, что это большая награда для меня. И я просто вижу, насколько Майя Михайловна драматическая актриса, насколько в ее жестах, в небольших, в коротких, видна вся суть образа, балета, и я понимаю, что, видимо, действительно тихими словами и просто шепотом можно сказать гораздо больше, чем громким криком. И также без особых размашистых движений можно гораздо больше донести до зрителя. И это то, что, я надеюсь, мне удастся перенять за этот короткий срок у Майи Михайловны. Представляешь, она давала такой характер жести, вот, за которым, говорят, очень точно можно... Абсолютно. Сказать. Когда она говорит, не трогай меня. И это было в одной руке выражено, и во взгляде, вы знаете, это игра. Потому что то, чего я хочу добиться в своей жизни, это чтобы я жила на сцене так вот, не играла, а именно жила, чтобы зрителям был виден не только поворот головы, но и поворот взгляда. И я думаю, что этому могут научить, даже не научить, это может быть только передано, вот как вы говорите, из рук в руки, из сердца в сердце, вот такими мастерами, как Майя Михайловна. И, конечно, таких людей на земле единицы, поэтому я считаю, что просто даже соприкоснуться с талантливым человеком и с таким одаренным, как она, с такой личностью, это в жизни уже большой урок. И не нужно, я считаю, даже много репетиций с такими людьми, как Плисецкая, потому что это должно быть, знаете, это как знак, знак судьбы. Вот я так могла бы сравнить свою репетицию с Плисецкой. И поэтому вот она должна быть дорога мне, каждая встреча с ней. Поэтому пусть их будет немного, но пусть каждая из них даст мне большой жизненный урок. Надеюсь, этот номер, этот вещь войдет просто вот навсегда в ваш репертуар. Я бы очень этого хотела, и я бы, конечно, хотела, чтобы этот спектакль вошел и в репертуар Большого театра, потому что я считаю, что он достоин такой великой сцены, потому что это работа великого Альберта Алонсо, это работа великой Майи Плисецкой и великого Родиона Щедрина. И то, что это может идти на сцене Большого театра, в этом нет сомнения. Поэтому я надеюсь, что это будет украшением репертуара. Тем более, если посмотреть сейчас в театре, к сожалению, скудный репертуар. И танцевать можно только балеты «Жизель» или «Лебединое озеро», к сожалению, большому. Но
то же время сейчас есть надежда на новую сцену, на новую площадку. Возможно, там пройдут какие-то балеты. Но могу сказать, что это событие я жду давно. Вот в моей жизни так как-то судьба влияет на мои ситуации. То есть в тот момент, когда я возвращалась в Большой театр, это был звонок Григоровича, а в этой ситуации это звонок Родиона Константиновича Щедрина и Майи Михайловны, которые просто предложили станцевать балет на сцене Большого театра. Вехи в жизни очень сильно. Ну, конечно, да. Просто я думаю, что то, что суждено судьбою, и то, что должно произойти в моей жизни, то неизбежно произойдет, кто бы этому не противостоял и кто бы не мешал. Поэтому я сейчас уже как-то стала спокойно относиться ко всему происходящему. И если что-то в жизни не происходит, значит, это просто не нужно. Успехов, счастья, дай Бог, чтобы все сложилось. Дай Бог. Мы ждем 2 числа, когда мы... Спасибо, я очень жду сама с нетерпением и счастлива только к тому моменту, что Майя Михайловна здесь, потому что я получила право танцевать этот балет еще до сегодняшнего дня, то есть я танцевала его в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, но это было другое, потому что не было личной встречи, и я считала, что только формальное право, а когда это благословение вот такое человеческое, и еще, и когда Майя Михайловна сказала, что какими-то моментами она была очень довольна, что она спокойна за этот спектакль, для меня это, наверное, самое большое вознаграждение. Поэтому дай Бог, чтобы все прошло действительно с успехом. Спасибо. Спасибо вам. Ага. Сопровождаемся.